На докбуке обязательно нужно ставить от станции как можно дальше, не менее 1000 км, а лучше еще дальше. Потому что дальность орудий линкора вполне может быть 200 км. Это значит, если он находится от станции на 200 км, он сможет дотянуться до вас и еще плюс 200 км в противоположную сторону, итого 400 км. Но самое главное, если у станции враг, который хочет вас поймать, он должен дождаться, пока вы выйдете из варп-режима, прыгая на андокбуку, и только потом прыгать за вами, чтобы вас поймать. Следовательно, чем ближе до станции андокбука, тем меньше расстояние между вами и врагом, который возле станции. Значит, тем быстрее враг прилетит к вам и начнет атаковать, когда вы еще не успели повернуть свой корабль в нужную сторону и набрать разгон для перехода в варп-режим, чтобы переместиться к следующему объекту. Ставьте андокбуки как можно дальше.